Ну что, всем привет, это я, вы на канале Ириночка Сергеевна. Кстати, спасибо, кто написал, что мне очень идет этот цвет волос. Сегодня у нас, короче, смотрите, вот такой салатик, ну это типа мимоза. Знаете, такой салатик? Всем приятного аппетита. Ну что, поедим? Мы, короче, сходили в магазин. Сегодня воскресенье. Воскресенье. День рождения у тебя. И поздравляют твои лучшие друзья. Ну вот, кому-то нравится, как я пою. Вот так вот. Вот такой салатик. Да. Кстати, Димасик пугает тебя, сколько я поглощаю еды. У тебя столько еды нет, да? Ну ладно, Димасик, приезжай ко мне. Теща тебя прокормит. Угу. Вот так вот. Да, сходили в магазин. С Палянтусом. Купили кукурузных палочек. Что-то они какие-то не айс. Понимаете? У меня, кстати, кофе-йо. А кто вчера был на трансляции, всем спасибо. Я не знаю, что-то она вчера зависла, моя трансляция. У нас дождик идет. Представляете? Дождик. Все. Кошмар. Кстати, Крыму привет. Любашка, тебе привет. Ну, Любашка сегодня написала, погода испортилась у них тоже в Крыму. Осень, осень. Ну, что теперь сделать? Да. Сейчас, короче, поем. Поем и куда-то пойду. А куда пойду? Не знаю. Пошел налево, опять пошел налево. Прости меня. Моя ты королева. Угу. Кстати, первый раз я такой салат попробовала у сестры. Может, мне лет 18 было. Ну, может, у кого-то он как-то по-другому называется. У нас мимоза. Обалденный, кстати, салат. Мне очень-очень нравится. Вот. Устала я. Короче, что я хотела сказать. Ходила я с Маринкой в магазин. И с Полинкой. А Полинка — это моя племянница. 3 года. Ну, многие кто ее знает. Вот. Выпросила она у меня ободок. А я ее купила.
ободок. Мы уже половину муки прошли, и она говорит, мне не надо. А я говорю, не надо, так не надо, себе заберу. Так ведь? Ну, просто в тесак. А Маринка, короче, купила мармелад. Купила мармелад. Короче, она пришла, его перевесила. Мармелад стоит 300 рублей килограмм. Она перевесила. Ее на 10 рублей обманули. Я куда крысы же разные. Магазинские, да. Домашние. Надо что теперь? 10 рублей, да? Какой пустяк на собаку вышла. Но. Ай, хлебочка остался, ну ладно. А, братцу пришло. Братцу кролика пришли. Собака затякала. Так. У меня еще кофе есть. Кофе. Кстати, кофе какой-то странный. То ли оно жжёное. Кофе Жокей. Кофе Жокей. Вот так вот. Там пришел Максим Сергеевич. Это у меня еще котлета. А помните, как-то я ходила в магазин, он показывал яблоки. Но же это у тетеньки спрашивали, продаете, нет яблоки. Ну вот, короче, а это сказала нет, не продаем. А сегодня, короче, будет минус, и все, яблоко замерзнут. Вот как-то так, ничего иначе. А яблоки, кстати, вкусные такие. Ну, так вот. Это мой слюнявчик. Ну и по традиции закусим сливкой. Вкусная слива. Так что как-то так. Короче, всем спасибо за хорошие комментарии. Я их, девочки, люблю, обожаю. Ну, как там напишут, ой, ты любишь деньги. И деньги тоже, да-да-да. Вот так вот, да. Кстати, салат вообще обалденный.
Мимоза называется. Так что, Димасик, ты не думай. Это я тут много ем, да? Но там-то я не буду есть. Так что давай, пиши свой адрес. Кукурузная палочка. Ты же, по-моему, в Санкт-Петербурге, да, живешь? Я обязательно приеду. Вот это я объелась. Так, без ГМО пальмового масла. Тут даже пальмового масла нету. Без глютена, без красителей. Усилители вкуса. Содержит витамин. Все понятно? Так что все. Мальчики и девочки, всем пока. У меня сейчас еще, кстати, очень вкусный салат. Хлеб есть надо. А я просто так хлеб не выкидываю. Все, всем пока.